До конца лета отремонтируют 6,5 километров трассы Канск-Абан-Богучаны. Дорожники уже приступили к реконструкции отрезка дороги от деревни Барки до села Запилье. В связи с этим движение автомобилей там затруднено. Закончат работы только в октябре. Как сегодня рассказали в пресс-службе управления автомобильных дорог, дорожное полотно уже давно нуждается в реконструкции. Тем более именно эта дорога соединяет Красноярск, федеральную трассу М-53 и Транссибирскую магистраль с восточными районами региона. Из бюджета Красноярского края на ремонт этой трассы было выделено более 157 миллиардов рублей. Будет выполнен полный объем необходимых работ. Это и устройство земляного полотна, и укрепление водопропускных труб, и асфальтирование, и установку барьерного ограждения, знаковой информации. В общем, все, что необходимо сделать. Значит, по контракту работы должны быть завершены к осени, если быть конкретным, то в октябре месяце.